Одинцовское управление внутренних дел вновь принимает гостей. На протяжении нескольких лет здесь регулярно проводят экскурсии для школьников и студентов. Очень приятно видеть, что молодежь наша заинтересована, им это интересно. И, конечно, мы считаем, что мы делаем большой вклад в дело воспитания и патриотического, и эстетического, и исторического воспитания нашего молодого поколения. И потом приятно видеть, что кто-то заинтересуется и все равно приходит к нам на службу в органы внутренних дел. Виктория Харитонова учится на юриста. В этой профессии у нее вся семья. Говорит, всегда мечтала работать в правоохранительных органах. А после экскурсии это желание лишь окрепло. Я никогда ни разу здесь до этого не была, ни на территории, ни в здании. Но я хочу отдать огромное-огромное уважение вот руководителю, который нам сейчас проводил экскурсию, за то, что он сделал весь этот исторический музей, отдельную комнату сам, самостоятельно, полностью. Это огромная благодарность и уважение, и почет. Экспонаты музея истории у МВД собирал Александр Тарасов. О каждом рассказывает с душой. Исторические факты и лица, все о профессии полицейского, артефакты и наглядные примеры помогают молодежи не только расширить кругозор и определиться с выбором профессии, но и воспитывают в них уважение и любовь к родине. То, что мы переняли от старших поколений участников войны, и сами участники боевых действий, и передаем детям наше вот настроение, то, что мы любим родину, то, что мы сами ее защищали, и чтобы они были патриотически настроены и любили свою родину, уважали. Познавательные экскурсии в музее у МВД будут продолжены. Полицейские уверены, что узнав больше об их опасной, но интересной профессии, молодые люди решат связать свою жизнь с органами внутренних дел. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».